Всем привет! Пока мы не уехали на Копчега, я хочу показать вам коробку, которую мне сегодня доставили. Помните, я год назад в Японии снимала видео об этих часиках? Как раз таки мне туда их и доставили в Японию. Заказывала я эти часики на сайте alltime.ru. До сих пор их ношу, очень классно, я их просто обожаю. И там же на сайте появились ювелирные украшения. Я себе выбрала подвеску соколов. Сейчас вам ее покажу. Здесь у меня серебряное колье «Любовь» из коллекции «Лаки». Это серебряный кулон, серебряная подвеска с бриллиантиком. И заказала себе вот такой тоже классненький кулончик. Здесь у меня птичка. Кулон с эмалью, 925-я проба. Под этим видео в описании вы найдете ссылку на эти кулоны. А также я оставлю для вас промокод со скидкой 10%. Мы в супермаркете. Пятница. А это значит, мы едем на Копчега. Да, да, да. Вова выбирает рыбу. Сара, пойдем. Сарочка. Помаши ручкой. Скажи привет. Привет. Шашлык. Можно я отсюда половину отрезать? Покупаем шашлычок. Снесли нашу шашлычку, потому что строят трассу. В общем, родника теперь нет. Да, Вова, ты расстроился? Да, нет. А где ты теперь будешь шашлык покупать? Здесь? Уже не то. Деревья все повырывали с корнями. Кошмар. Теперь нету нашей шашлычки. Переставили ее здесь. Отдельная будка какая-то. Но не факт, что он такой же теперь будет вкусный. Я иду набирать воду. Здесь чистая вода из родника. Теперь не знаю, как они тут все сделают. Или ничего не сделают, или переедут куда-нибудь. Мужик набирает воду. У меня всего одна бутылочка. А у него их много. Вова уже сидит, уплетает шашлык. Ну, такой же? А он серьезно. Снять. Рассказывай, как тебе нравится котик. Давай его назовем. Это мама Коска, это Марсик, да? Марсик, это мама Марсика? Да. А Марсик, который белый, у нас дома живет? Нет, такой у нас мама. Это мама, да? Да. Как ее зовут? Это папа, Сара. Это папа. Как папу назовем? Папа должно быть мужское имя. Мужское имя, давай назовем. Как его назовем? Мужское. Нет, я тебе не могу дать эту карту. Ну дай! Не могу. Дай. Ладно, вот так. Это кто, мама? Сарочка? Да. Котенка не видно. Сара растет в поколении видеоблогеров, селфи и так далее. Кем уже она вырастет? Вот мне прям интересно. Я уже научила ее фотографировать. Она неплохо фотографирует, если она бывает срезает руки или голову мою. Я говорю, Сара, вот ты срезала голову, давай перефотографируй. И она переделывает фотографии. Очень красивые получаются уже там и с головой, и с руками, и с ногами. Мы открываем номер. Сара. Павук? Да. Павук. Вот заходи, павук. Павутина. Павутина? Я не буду одеваться. Нет, разувайся, здесь чисто. Фу. Мы пришли переодеться, потому что уже холодно становится. Нужно халатик снять, Сарочка, пойдем. И трусики поменять. Давай танцевать. Шашлычник, Вова. Ой, Вова, мне без тебя так плохо. Вова поймал медведку.
Я попробую. Не бойся, она снимает красиво фото. Опа! Кидай. Доброе утро! Сегодня пасмурная погодка. Как-то купаться даже не очень охота, потому что вода холодненькая. Вот. Сегодня на базе отдыха встретила подписчицу, очень приятно. Подошла ко мне девушка, сфотографировалась. Снова наделали картошку с салом. Сейчас будем в углях запекать ее. Ням-ням. Понесла Вове. Вова там шашлык жарит. Еще будем играть? Вова. Все теперь. Хорошенькие, все, кого поймали. Держи. Что держать тебя? Аниматоры опять. Развлекают. Танцуем. Сегодня выпускной. Я шучу. Просто я не знаю, мне это платье доставили недавно, и я не знала, куда его надеть. Я люблю выходить со своего номера и смотреть на степь. Там кое-кто построил свои домики, но вид просто потрясающий, потому что там дальше, собственно, сам Капчагай. Ветер постоянно дует, такой, знаете, свежий, легкий, незагазованный. Сарочка разукрасила здесь уже поделки. Фигурки, в общем, из гипса продают здесь, и их можно красками разукрашивать. В общем, она тут увлеклась у нас. Смотрите. Вода холодная. Вода холодная, ты не купаешься, да? Вот они, герои наши. А вот еще вазочку Сарочка разукрашивает, да? Тебе нравится? Художница. Вова, как всегда, жарит шашлык. Ему, по-моему, в этой жизни больше ничего не надо. И он не то чтобы любит его поесть, он просто любит его жарить. Разводить костер. Этот сам процесс его увлекает невероятно. Он вот пожарит, а оно потом стоит, я должна все это есть. Толстеть. А я должна все время толстеть, как баба. Как баба? Да. Нет, не надо толстеть, как баба. Надо быть стройной. Хочу показать свою посылку, которую мне доставили буквально перед моим отъездом на Капчагай. Мы уже собрали вещи, сели в машину даже, позвонил курьер, говорит, я вам посылку везу. В общем, я такая довольная, сразу ее... Всю дорогу рассматривала эту посылочку, такая довольная, ехала. В инстаграме нашла страничку, девочка в Астане продает вот такую косметику американскую. У нее оригиналы 100%. И когда я увидела, что у нее есть Naked Smoky, это новая палетка от Urban Decay, я вообще, у меня голова пошла кругом, я ее очень захотела. Я хочу уговорить мужа на челлендж, съесть эти конфеты. Я думаю, ну все уже знают, что это за конфеты. Здесь попадаются либо рвота, например, либо клубника, да. Ты не знаешь, что внутри будет, какой вкус. И вы вдвоем это все едите, это снимается на камеру. Ну, в общем, видео, я думаю, должно получиться веселым. Но это только если Вова согласится, потому что я ему когда показала, он говорит, я не буду это есть. Поэтому, не знаю, если он согласится, то я сниму с ним этот челлендж. Всем привет, я в своей стандартной позе после Капчагая лежу на диване. А у меня вылез прыщ, и Сара заболела на Капчагае. Ну, не слишком сильно, немного кашляет. Все равно мы не ходим в садик. И ужасно, когда дети болеют и прерываем режим. То есть она постоянно ходит в садик, будние дни. Очень удобно это, конечно. И в садике там, кстати, не жарко, у них прохладно. И они в течение дня купаются там в бассейне. Поэтому я помню, кто-то из мам писал, что своего ребенка забирает в обед, потому что ребенку там жарко, но у нас не жарко, в общем, нормально. Приехала домой, и мне доставили очень классный флеш-тату, который я заказывала на сайте Sexy... Сейчас скажу. Забыла, как называется сайт. Я ссылку на него обязательно оставлю в описании. Потому что эти наклейки,
они очень крутые. Это оригинальные тарелки. Тарелки, опять я говорю. Наклейки Flash Tattoo. Они очень красивые. Здесь набор, целый лист. У меня два листа вот таких. Один набор более в таком восточном индийском стиле, а второй в египетском стиле. Здесь и разные такие иероглифы, и пирамидки. В общем, вот картинки. Кстати, это известная девушка в Инстаграме. Она, по-моему, создательница этих наклеек. Ну, конечно, она очень загорела. Я думаю, за счет загара эти наклейки смотрятся еще более божественно. А второй вариант здесь вот, вот такой. Тоже руки, лицо, ноги. Декольте очень классно. Я хочу эти наклеечки наклеить и показать вам видео, как они смотрятся. Ой, смотрятся, я думаю, будут они просто потрясающе. Особенно вот эти перышки.